Сегодня, в это сложное время, республика, как всегда, вместе. Она объединена. По инициативе президента республики вот мы тоже присоединились к участию в помощи всем тем, кто нуждается. Поэтому группа вот, компании «Нефис» отправляет сегодня во все больницы Республики Татарстан на 2 месяца средства защиты. Это чистящие, моющие, антисептические и там всякие остальные продукты. Также, значит, было принято решение помочь нашим студентам, которые остались здесь, которые в Республике Татарстан были вынуждены пережидать вот этот сложный период. Им отправили тоже продукты питания. И, в общем-то, я хочу еще раз повторить, что инициатива президента, она, я думаю, объединит сейчас все гражданские силы, которые должны, собственно говоря, проявить свое участие в помощи тем, кто нуждается. И мы, как всегда, должны оказаться впереди, хотя бы на полкорпуса всех остальных. Ну, я думаю, у нас добрых и порядочных людей, как и везде, хватает. Поэтому мы справимся и с этой проблемой тоже.